Серьезно? Блин, Слимчик, мне срочно нужен мой личный лещий раздаватель. У меня мухобойка есть. Ходи, подержу тебе. Подержу тебя на прощание. Чего? Кому? Господи. Ломайся, моя голова. О, меня Толя крадет, а Юлька меня держать собралась, что, чтоб я не отбивалась. А ты собиралась отбиваться? Зря. Зря, я тебе серьезно говорю. Да и Вовка совсем офигулькал, сидит, молчит, сериальчик смотрит. Из-за ваших таких разговоров не только офигульки поймаешь, ну и вообще просто в астрал улетишь. Я же говорю, проходим, не толпимся. Мешаем дяде Толе. Да, мы молодые еще, ёптные. Надеюсь, на свадьбу хоть позовут. Блин, да, вот на свадьбу бы я сходил, точно. Давно я не был на свадьбе. 20 лет. Просили передать, чтоб не офигевали. Да я вообще никого не трогаю. Танька, здорово. Я не так давно был на своей. Не, я и на своей не был. Как бы это ни звучало. Всем привет. Здорово, Тём. Вить, спасибо большое.
Так что, свадьбы не будет, что ли, понять не могу? Обломались, может, забудьте. Другой. Маш, он один в три играть собирается без шанса. Ты вообще за кого, я не поняла? За справедливость! Как много ришки, колотышки. Вот ты смотрели кино, там есть один в три, все, он проиграл, мне тебя, мы тебя выкрадем, и... а в лес-то зачем? Господи. Помогите! Спасите! Анфил. Лечей не хватит. Лядик сколько? Анфил. Анфил. Ник в студию. Который. Из меня Машильду не красть. Кирян, у тебя есть там где-нибудь хлебчик какой-нибудь интересный рядом, чтоб закрывался? Да найдем, если надо. Давай их всех туда. Да изи. Кримсоны у нас есть, если что, так створочку так запихнем, чтоб не выбраться. Да нет, вообще. Тут уже Инферно надо доставать. Инферно доставать, блин. Ну ты не против, если я Викселар тоже твой как раз использую? Окей, чё. Чисто таким хлыстом по жопе. Тинг-тинг, понял, чтобы больно аж было. Вовка, G5 квадрат вчера работал. Да, Димка, я знаю. Ой, там и будем плавать. Отсюда. Вот F4 на G5. H5. I5. J5. Анонимыч, блин, это самое. Ник напиши. Я не помню, что там выиграл. Посмотри, пожалуйста. Виталь, привет. Какие хлысты.
Как каких же Жесткие. жесткие, чтоб на попе оставались следы. Плюс они мне, Отбегу. пожалуйста. Давай, дядь. Плюс они мне, пожалуйста, анонимыч. Тоже отскочил. Есть 10 левел, чатовая писю. Писю. Я даже... Лёх, спасибо большое. Даль, Вов, на какие приманки будешь ловить? 80.04 бальца. Привет, дорогой, посоветуй сборку Spin Light для белой, или можно старт пакет взять Spin Light, Spin Light удилища Карелия, такая раса, не городца, от 2 до 10 грамм, под нее катушку, уже болта может, там болт есть, называется так, болт, низкопрофильная катушка, болт. А, 7. Ранил. А, чё, А, 7. А? Чего, А? Ты что-то спрашивал? Я свой ник услышал. Охотникус? Я не говорил такого. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Алипаныч, привет. Как дела?
Нормально. Это плохо. Пойду запишусь к психологу. А, нужное дело. Иногда требуется. Как погода, ац? Шикарно. А конкретней? 28. Самое. 30. Ну, без сильного солнышка, поэтому хорошо. Да, сегодня без сильного солнышка хорошо было, да. Ладно, я готовлюсь. Через 20 минут вернусь. Давай. А к чему готовишься-то? Анголыч, спасибо большое. Может, тоже к свадьбе, да? Кушать она готовит. Ой, блин, клюй. Ой-ой-ой. О, черный. Неплохо. Миш, привет. Толик, привет. Турик, на вечерний лайт. Кто еще не зашел? Привет. Здорово, слово. Павел, привет. Дядя Слава. Аюшки. С днем рождения. А, спасибо. Ну, ничего себе. С днем рождения. Спасибо, спасибо. Слава. Началось. Спасибо, дракон. Happy birthday. Ну вот, от хэппи бездели. Там клей. Паламский клей. Оксин. Кати поздравляют. Рассолю, спасибо. Blender Play, привет. 184 606 901, привет. У кого роли нету, прописывайте роль. Восклицательный знак роли. Дядь, за тебя рюмочку сейчас под шашлычок накачу. Привет, Анапы. О, соседи. Ух, ничего себе. Солен. Анфил. А можно, пожалуйста, Анфил, Ник? Ты что-то выиграл, либо выиграла. Игровой. Если... Можно тоже. Спасибо, Алекс. А
Поздравляю с днем рождения, желаю счастья в личной жизни. Пух! Хлебная 5 штучек. Анфил. Где этот Макс? Покажите мне его. Он сидит не. Обас. Верные, как у вас дела? Да любую роль, как хотите, так прописывайте. Роль, роли, роли, ролю. Как хотите, так и пишите. Внизу информация прописана полностью. Миш, ну она тоже меняется там периодически. Блин, ветер поднялся. Не... Да вот хантером стать пытаюсь. Я вроде тебе поставил хантер и... Виталь, здоров. Реле. Там ты реле. Реле. Так. А, нашел. Ну, я танкист. Да, нажми на свой ник. У тебя там есть и танкист, и... А вы, парни, откуда? Я с Тбилисской. Тоже Краснодарский край. Дядя Слава Норвегии. Игорян с Воронежа. Отца с Владикавказа. А именинник в рыбалку играет, да? Это злой прапор. Дядя Слава, злой прапор. Волк, покажи свои зубы, а то похож на милого котенка. Так? Кто-то есть, а? Амашка с Фалюш. Откуда? С Гродно. Аечка? Да, чё? Бля, сейчас выйдет. Мам, я не смогу, у меня же форум на сейчас вечером. Я тогда сделаю покупку, подаришь ему? Как тебе угодно, Радик, пожалуй. Кинь, здоров! Радуля спать, что ли, пошел? Не знаю. Спорим, как те... спорим, что тебя мама выгонит с компа. Как всех. Спорим. Не, ну пока форум еще не начался, я могу раз отойти минут 10. Оль, пойдем? Пока собираемся как раз. Не, Пикачу, я не переживаю, сейчас ходим.
О, куда пойти? Нет, мы за стол идем. Школьник учит жизни, часть 1. Ова, можно мини-карту? Пожалуйста. На старой точке. Сейчас, сейчас, Радик, сейчас. Привет, кого в котором часу турик? В 20:00 старт. Блин, тут идет во всю зараза. Выслал. У тебя случайно хендмейд воверов нет? Можно либо нет? Вряд ли. А ты не на Коре, на Коре нету ладожского лосося. Он есть на Волхове, он есть на Ладоге и на Ладожском. Так, здесь значит он есть и на спокойно ловить. Так, я отбежал буквально на 5 минут. Банан за ваза R4 налил, выпил. Сейчас буду. I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do
so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all. Feel like I'm losing control. I just wanna dance and my head keeps moving. It makes me feel like I've never felt before. I just wanna dance and my hair starts moving. It makes me feel like I'm losing control. I just wanna dance and my head keeps moving. It makes me feel like I've never felt before. I just wanna die.
как тут. Прошу прощения, вернулся. Привет всем. Так. Да-да-да-да, я быстро же сказал, сейчас приду. Чтоб мама не обиделась. Привет, Рубен, удачного стримца. На стриме, Вовчик, спасибо большое. Лансер, привет. Хорошего стрима, лайк ультил. Спасибо большое, Слава. Джек, привет. Олдос, привет. Желтый или красный? Озерка. У меня нет. Красный, конечно. Прости. А в чем мы вообще там?
Нельзя говорить о том, что нельзя называть. Спрашивал, красный или желтый? Я ответил. А, ответил. А! Не, я про поплавки же, я же не про твой любимый цвет. У меня тоже черный. Провиден, здорово. Арр! Простите, пожалуйста. Не рычи на меня, мне страшно. Первое правило клуба. Никому не говорить о кубе. Блин, теперь всем хочется рассказать про клуб. Быстрее, там клюет! Има! Добавил от себя. Всем привет. Колякс, привет. Андрюх, привет. Когда старт? 20.00. 20.00. Собираемся пока. Пока что призовой 1400. Бать, что ли, свалить? В смысле? Если бородульки с малой здорово, если бородульки не будет, то, блин. Не будем продолжать-то в любом случае. Спасибо большое. Охотник, спасибо. Здравствуйте. Привет. Дела. Рыбу ловим. Вижу.
Блин. Кто-то секается. Печи под... Такой яме будешь строить... Короче, Г4, Г5, H4, H5. Я тоже решил с вами читерами покататься, потроллить. Покататься, потроллить с вами. Угу. Чего-чего? Покататься, потроллить с вами, говорю. Да-да-да. А в турнире не забудь зарегистрироваться на форуме. Не забыл даже. Делаешь кофе? Вот именно, ни ложки, ни говна. А, блин, жена, ё-моё. Привет всем передавай там. А, не на кухне. Сетки взаим. Поналепить на дверь, а то уже жарко становится. Двери не открыть, мух. Летит. Комары. Ацу. Хай. Пошли. Я в игре, да, играю и пойдем. Славян, здоров. Я ниже отключу. Угу. Бля, киса какая. А то 4 килограмма хватит на лайт. Для белой, но... да? А, для белой-то? Да ну, а если что-нибудь тяжелое сядет? Хватит. Для белой хватит. Под Ариуса, под форельку. Хватит. Хлам, и здоров. Я волтитька. Волтитька. С обхватом руки, как у меня. Кто? Именно. Что именно? Обхват. Обхват чего? Ну, как она сама сказала, в пол охвата меня. Не додумывается никогда. Все уже додумал. Все сложно. Племянник. Чего все сложно? Все не так сложно, как тебе кажется. Все, тему закрыли. А будет хоть опять Ладогу. Точнее, зерна ладожского. Не-не-не-не, пошлости отставить. Все отставить, у нас форумный турнир. То дядя Саша Липан на стриме, он вам даст пилилю волшебную. Ля Игоря, да? Его поставили подслушивать, он еще и подсматривает. Да-да-да. Ты же ушел там.
Да, он отцу ждет, да. Ребят, у вас есть роль. Протеоза не было, а у тебя, Сергей. Идет. Одну. Опачки. Туда иди. Вот ты. О, озерный. Хорошо. Мануэлочка, привет. Спасибо большое. Алгиз, 80004 квадраты, я буду троллить на квадратах G4, G5, H4, H5. Так, ну в общем понял, принял, надо будет здесь ловить. О, статик ли. Если я участвую. Так, Вовка, может быть, я не догоняю, но зачем на матчах карту открывают, если клип состоит? Зачем открывают? Топ вымот был нормальный. Она как бы там ни была, она все равно же не дает нормального вымота. А клипса для заброса только, а не вымота. Хотя ты логичный вопрос задал. В игре почему-то клипса на вымот не работает. Она все равно выматывает на нужное расстояние. А вот на заброс она действует. Иска, привет. Кстати, Вов, какие там крючки-то лучше ставить? Зениты, да? Вроде эталон, как. Зенит, эталон. Черные. Ага. Двоечки. Огромные. Второй огромный. Ага. Виктор Лав, спасибо большое. Сорок семь человек. Давайте еще заходим. А что там, нейлон лучше ставить или что? Или флюр? Что? Шнур и флюр. 35 килограмм. Иначе щука тебе отгрызет под самый локоть. Ну это я знаю. Большой окунь. Влад, привет. Влад? Где Влад? Он был лучше внизу в канале сидит там. А это племянник Валерка. Голос, если ты имеешь в виду Жека. Голос похожий. Так, а поводки у нас что, без разницы, да, какой длины? Ну как, не менее 40 сантиметров. Но 60 тоже не надо, да? Почему? Пофигу. Пофиг.
пошел. Серьезно? А из чего под него? Мне надо выиграть во всех боксах. Серег, привет. Спасибо большое. Ах, блин. Под лося имел в виду поводок. Да ничего, ну ничего. В принципе, разницы нету большой. Чего лучше? Флюорокарбон. Припусы. Хрипус. Дарк, здорово. Здорово, здорово. Спасиболечка. Спасиболечка. Сигалов ловишь, да, но тут сиги и рипус. Так, просто я когда на ребиках ловил на тунге, там 20-я была и не понимал, зачем кату открывать, держать, если у тебя ограничение 20 метров. Нет, она плывет у тебя на вымадже. Я же об этом и говорю. Она выматывает. Но при забросе она стопорит. Вот как сейчас у меня все. Она стопорит, я ее ставлю. И она потихоньку, если есть возможность, она выматывает. На тунгуске это очень сильно заметно. Че, 63, 2600 уже. Еще одну поклевочку и поехал. Редрензо, спасибо большое. Ну, в любом случае, у тебя ограничение в 20 метров. Хоть открыто, хоть нет. Логики не понимаю. Хоть застрели. Лёх, привет, Дим. Андрис, привет, хорошего стрима, спасибо большое. А я. Да, в принципе, не должно, но я бы закрыл. Там. Дальность заброса 20 метров. На течение идет вымат. Вот и вся логика. Я уже объяснил.
Сейчас будет гром. Линджир, привет. Как на турик зайти? Заходишь в турик и все. Я должен быть не менее 27 уровня и заходишь на турик. Потерпи, пожалуйста, мне старт сделать нужно. Могу я прям сию. Мне запустить турнир нужно, мам. Что за паника? Вова, где будешь ловить? G5, H5, H4. Девочки, привет! Он потратит ролик-то. Так много-то сразу. И где? Тута. Все тута. Здесь я. Я сказал, что это именно здесь так. Почему это не работает, что клипса выставляется и нет вымота? Я этого тоже не понимаю. Я уже об этом объяснил. Здесь так. Оль, спасибо большое. Правда, сильный ветер поднялся, что ли? Десять, девять, восемь. Семь, шесть, пять, четыре, три. Господи, пора начинать. Ой. А я правила-то, кстати, не почитал. Лосось ладожский 3 килограмма. 3 килограмма 330 грамма. Еще ближе к этому, короче. Ну, да, естественно, дарт. Опять твоя кукарику там проснулась. 333, да, 333. Он тебе привет сказал. Сейчас всех уделаю. Ты со мной с одним справиться не можешь, она кого-то хочет там уделать. Спасибо, Ксюш. Че ты, говорит, Алена, я наврёшь? Я не вру.
преувеличиваю, да. Вру? Нет. Виктор Лав, спасибо большое. Тюшка, спасибо. Где же наш Бороданте? Вовка, что ли? Что, потерялся? Ну, он, походу, после работы прилег спать и, походу, уснул. Надолго. Да. Боже, мы сегодня на вечер собирались в этот самый пойти, как его? Валхейм же побегать, на босса гонять. В телеге-то не писали? Вон, я смотрю, без звука. Привет всем, Виктор, привет. Лансер, спасибо. Аллигатор, где ты пропал, Олег? Не видно тебя совсем. М? Я и в чате нет. Бубг или пубг? Меня, говорит, бубг затянул. У нас же ребята играют, чё не заходишь с ними играть? Нахлобучим боксы, Макс. Блин, тоже. Здоров. Володя, привет. Спасибо, Макс. Витя? Спасибо, Володь. Да, самодельные. Привет, Вить. Титан, здоров. Спасибо. Дарк, здоров. Привет еще раз, с утра забегал. Да я знаю, Титаныч, я помню, ну, почему нет. Давно себе окупил, кто покупал. Ну это да, они там столько всего пораздавали, пооддавали, попередавали.
Релмар, спасибо большое. Сколько в итоге у нас на туре? 82 человека. Спасибо, Дарк. Тёма, здоров. Привет, подскажи, пожалуйста, какую палку взять под калибр для проброса средней крупных приманок для джига? Живая рыба, налим, судак, бирж, судак, джерих, палку. Black Edition. Вот такую. Такую. Собирай под нее и покупай от 7 до 28 грамм. Есть еще 12.42, если не ошибаюсь. Можно Эвору попробовать. Подешевле будет. Тик, здоров! А мы тут рыбу ловим. Пойду ниже. Давай. Вот здесь у меня лось клюет. Вот. H5, I5, H4, ну и так далее. А сколько Black Edition стоит? Где-то около пятерки, я не помню. Три с чем-то. Ну, это смотреть надо, товарищ стегозавр. Смотреть надо, я не помню, честно. Где-то около 3000. 3,5, 4 там, ну и выше. Я не помню, честно. Рыбачите, значит, тогда НХНЧ вам. Спасибо большое. Меня не хочет клевать вообще. Та же самая история. Вова, а команда теперь всегда 16.00 будет? Не знаешь? Наверное, да, всегда. Но это не точно. Что-нибудь подешевле есть, но чтоб у тебя джиг нормально работал и пробрасывал приманки, навряд ли. Чтоб и джигинг был, и этот самый, как его, и рысканье на попперах под ту или иную рыбу, под джериха того же самого. Навряд ли. Либо Эвора, либо Black Edition. Брать абы какую посередине смысла вообще нету. Потому что ты их потом выкинешь. Я Black Edition до сих пор пользуюсь. Имея, Дим, отвечаю тебе сразу попутно, имея в своем арсенале все топовые снасти, на которые я вот сейчас стою. Здесь ультимы с венгами, здесь вот раз, два, тут ультима с топовым триумфом. Я Black Edition иду и ловлю судака. Мне на него больше нравится ловить. То же самое там по спинговой ловле прирост. Есть еще к воблерам там. Прирост, ну то есть именно бонусы и так далее. А брать себе абы какую посерединке, которую ты потом не будешь даже пользоваться, ну смысл в таких снастях вообще? Пока финалы Light 20.00 будут, командные в 16. Возможно, Фёс. Да. Все ультимы сотки? Ну да.
Пикселар имеет только поджиг. Ультимы имеют подвоблеры, колебалки, вращалки. Я ультиму также использую и на яме. На Викселаре полностью все поджигинг сделано. Викселар у меня тоже есть. Так. Викселар, вот он. Он у меня собран под палю, под судака, под все остальное. То, что нужно им. Ладно, Вовка, я побег фильм смотреть. Всем удачи. Везуем победы. Везуем. Ага. Не знаю, что это значит, но ладно. Спасибо большое, Дим. Вот скажи, 7-игровой ключ чем кидать на яме? Открываю, показываю. Pixelar от 7 до 28. Black Edition от 7 до 28. Катушка. Использую катушку. Сильвер. Шикарно кидает. 10, 15, 6. Шикарно закидывает все. Также 6-тысячная заходит спокойно. И бестия. И бестия 8-тысячная хорошо заходит. Нормально на нее ловить. И тот же самый майор можно его также использовать там же. Тоже работает неплохо. Не кастинг. Ну, не кастинг. Я же тебе показал, не кастинг. Сильвер, кастинг, мясорубка. Вов, снэйчер второй ставь. Не хочу. Лавина здоровья, Валер. Я сегодня уже 3 часа здесь прокатался. Ну, ладно. Бести шпуля чё-то короткая. 8-тысячная шпуля короткая? Как, когда нам короткая стала? 1400 серебра за 2.5 часа сделать. Нормально, слушай. Я у тебя на одном из стримов слышал, что лучше начинать вейв фидер или спин. Я никогда не говорил, с чего лучше начинать. Я аргументами ставил то, что спин это пока что приходящее. То есть, когда клев есть, тогда ты идешь ловить. На фидер постоянно будешь ловить. Фидеры всегда ты будешь ловить. Всегда. Хоть что-то, но будешь ловить. На спин могут отрубить, и ты не будешь ловить. То же самое архипелаг, не будешь ловить. Кори могут, может не работать, потому что у него бзык такой на кори. Он раз и перестал клевать. Но сейчас много альтернатив, и много и доночных водоемов, много и поплавочных, много и спинговых. То есть альтернативу в любом случае где-то ну найдешь. Как же тема со сменой сервера? Я не Эдуард, я такое не, ну не делаю, я не проверяю какие, я не заморачиваюсь этим. Даже это не сервера, а порты. Куда попал, где клюет, там и ловит. Я сегодня один раз только перешел. За день. Перезашел, прошу прощения. Валерка, и плюс мне еще судак просто трофейный нужен. Картинку здесь закрыть. Я понял, да. Я наверху на H3. Да, на яме сейчас глуховато. На H7 что-то он, я сегодня видел, что ли, там этот... пост выкладывали. Я на них 2 раза перезашел и троп достал на коре. Возможно совпадение.
Я не знаю, я как бы не, ну, не заморачивался, наверное, Эдуард. Честно, не смотрел там, правда это, неправда. Как ты считаешь, где сейчас... Просто лучше фармить. Фил, здорово, привет. Где лучше всего фармить? Ну, последние месяца 4 самый топовый фарм у нас на янтарке и на здесь вот на архипелаге. Если мы знаем, на что фармить, то здесь можно неплохо поднимать от 500 серебра в час. Ну, чистого. Да. А сетра сейчас нету толком. Он типа есть, но типа нету. Борич, которого залетело, поздравляю. Архипелаг это чистый подфарм, сделан водоем, потому что опыта здесь мало. А спином, проброс. Проброс. Если только ульт попробовать. На яме работало 142. Здорово, Филд. 142 207 попробуй на Angry Walker 004 и 003 золотой. X Walker 4 работал там. Я не пробовал, там прокидывал. Я сегодня сходил, удочку купил, лесочку купил, все новое купил на поплавочку. Через недельку пойдем. Да-да-да, Эдичка, именно так. Что там делают с собакой? Ой, с кошкой. О, себе тоже маховое удилище прикупил карбоновое. У меня все лежит, еще спиннинг мне же подарили. Карный. Надо его попробовать еще тоже. А, это дома, что ли? Я думал, на улице она орёт. Точнее, там три последних колена карбоновые. А-а-а. Я маховую себе конечник сломал. Случайным образом, правда. Понял даже как. Надломился кончик. Ну, они тоненькие же. Болонка. Капец, какие. Так. Ай. Тык-тык-тык. Я себе кайду взял. Кайда Про. Удочку. 4-метровую. У меня 6-метровая. Кайда была. Угу. Попробовать попробую, если на то пошло. Попробуй, попробуй. Если у тебя оборудование не тянет, тебе, по идее, должно прийти предупреждение, что вам не позволено переходить на данный водоем. По-моему, так было, если не ошибаюсь. Так говорили ребята, что у них стало. Пеппенс, привет. А в каком квадрате? О, чё ты. H4. Ять, Слава, спасибо большое.
Вот сейчас буду выходить. H4, I5. Сейчас вот буду вот здесь вот катать. Я буду разворот делать. Классик вообще не идут, что ли? Где я? Второе место он зазевает, чем сразу. Андрюха тут он. Читерит! Андрюха! Она вот на коре даже сильно. Ребят, сейчас приду. И на ней. Офигела. Кошку мою трогает. Продачила мелкая. Не, за что? Ай. Палец сандалил. Блин. Выдрал клок себе. Пальца. Сегодня паял уже этот, парил забор и паял хотел. Зацепился за сетку, проткнул сеткой и выжал. Нормально так. Пашкова, весь здорово, зачет на стрима, спасибо большое. Блин, один судак идет, а. Опа, клевый ты. Расхититель гробниц. Славян. Ирсь. Ок. Ого, ты уже большой стал. А на Ладоге, которое озеро, можно более-менее фармить? Или это про другой водоем? Блин, если бы там раздача была нормальная сейчас, ну, то же самое щуки, то можно было бы и фармить. У меня эти уши у одного, что ли? Вы где-то у кого-то выцепили этот самый, как его, залив? Заливался в их падышский. Ох, ряжевая, нифига се. Кёсе. Третий раз я уже проплываю, третий раз мне
ухи. И ухи. И ухи. Поликарпыч, здоров. Я скажу больше, Вова. Я вчера уснул строго. С утра проснулся у... Вот танкист. Подарочная подписка. Хотя даже не отслеживал его. И в боксах не участвовал. Может быть, все-таки это тебе приснилось, братан? Смотри, я первый раз на турике, я зарегался, смотрю, у тебя там состязание еще. Это надо было в состязание еще входить? Нет, не обязательно. Основные требования — это зарегистрироваться в форумном турнире, именно на, в личном кабинете. А внутриигровой турнир по желанию. Это мы уже сами там для себя, там для кого-то, для себя, не для... Как тебе удобнее? Опа! Орюшка. Аж было так написано. Сюда чел осел, блин, ё-моё. Нифига. Да зараза. Чего такое, Сма? Что случилось, Игорь? Я так каждый день делаю. Нет. Я еще закрыл, зашел снова. Уведомление на английском, типа вам подарили подписку. Зашел на этот канал. Написано подписан. Отстаешь, да, догонишь. Дай мы тебе. Ребят, есть у кого карта в подарок? Серу, блин, не успеваю пофармить, чтобы на турик ворваться. Вот у меня карты точно нету. Одна я. У меня одни судаки. У меня тоже сейчас нету. Сейчас я пока доплыву до не точки, потом опять разворот, и пока туда доплыву, это... А на каком там банк? На какой там банк? Имеешь в виду, какой... Какие призовы? Там же прописано. Как рыба классно выпрыгивает, а? Щука, да, шикарно. Не, не щука, тут форелька вроде как. А, ну форель тоже. А, не, щука, да, щука, щука, вон еще. Щука выпрыгивает. 4-килограммовая так выпрыгнула. Призовые прописаны в самом форумном турнире. Там с выходом в финал. Тю-тю. Там получается с 1 по 6 место серебро будет от 1200 до 600. А в выходные, выходной, кстати, воскресенье тоже, воскресенье и в субботу, что у меня там финал, по-моему, в субботу. Там будет уже медали, серебро, золото прям. Я 333 поймала. Шок. Поймал. Или ты просто так сильно торопился написать? Не путай. Камилька есть? А ты Камиль вроде.
Поймал, во. Где поймал? Кто поймал? Да, вон поймал, 3-3-3. Хорош, красавчик. На Волхове. На Волхове ловит. Плохо. Там на Ютубе ничего не тормозит, стрим нормально идет. Торможений. Честно, фиг знает. Да вроде нормально. Жарко. 30 градусов. Нет. Жара просто ужас. Опять кряжевая. Молодец. В Астрике, смотрю, людей полно, да. Здесь 83. В форумном турнире зарегистрировано 380. Танцор, здоров. Чувак, пошел. Вова, делись погодой. Погодой, дождь идет. И из-за этого испарения. Днем плюс 30 было. Как же она неприкольная погода. Я бы затылок весь вспотел как. Той собашки. Везет вам, тепло. И я скоро клубник. Да, Витя, будем клубник. А, так это твой дождь начинает доходить до меня. Ну вот недалеко чуть. 300 километров каких-то, фигня, Дарк. Какого города? Краснодарский край, станица Тбилисская. Кропоткин, Услабинск, все рядом. Краснодар, 80 километров, ну 100. Убери. Анапа недалеко. Берем геймер, привет. Я из Лабинска. О, здорово, соседи. Я, кстати, должен был поехать на днях. Лабинск за этим самым, как... Даже я тебе скажу, за птицей. Ну что-то как-то каким-то образом кто-то мне должен был продать эту птицу. Зараза, взял и потерялся. Аж обидно стало. Всем трям. Привет, Олечка.
Пали опять. Чё она зачастила-то у меня пали? Смотрю, балтийские попёрли в недельках. Не знаю, не видел. Один грамм, как много. Олечка Краснодарская. Двадцать два. Молодой у нас Торецко. Тут нас много. Как соберемся, как пойдем рыбу ловить? Как соберемся, как пойдем РР4 Кубань создавать? Виктор, я сейчас накажу тебя уже. А я бы сделал каким-нибудь лиманы наши. Андарские. Они попроще будут, чем... этот самый, как... Ах, кто бы... Лиманы. Нет. Астрахань. Плюс осетрик бы. У нас осетр есть в Краснодарском водохранилище. Кстати, разрешен к вылову. Но только по норме. Нормально. Ну, нормально, нормы не прописали. По норме, но норму еще не прописали. Блин, ладожского только три штуки поймал. Я нормально. Зато судака. Судака много. Тьма тьмущая. Где больше заходит лосося? Ну, я вот хожу по той точке, где катался сегодня. Где ребята летают, я не знаю. У меня здесь вот заходило много. По краю аж 5, аж 4. Вверх вот на развороте, в принципе, аж 3 и вниз опять. Вообще по полосе вот здесь он заходил. Самое интересное. J5, I5 вот сюда вот. Я бы сделал рыбалочку в реальном масштабе. И чтобы доехать, нужно нафармить денег на бензин, еду сделать и так далее. И допустим, от водоема до водоема 700 км и ехать часов 7. Ты охренел, что ли? Извините, пожалуйста. Ни хрена себе, 7 часов только доехать. Зато такой лайф-симулятор. Ну блин, это VR тогда надо делать. Пока ты 7 часов едешь за рулем, чтоб у тебя глаза устали. А не просто расслабился и типа кнопочки жмякаешь.
Потом пока приготовишь, потом... Блин, Витя. Можно. Да, лучше в реале сесть. Булгар, всем привет, добра и позитива. Подскажи, где нынче Насарь прячется на вьюнке? Ну, последний раз его ловили на 120-120. Саш, привет. И чтоб ДПС по дороге тормозили и за превышение наказывал, а и проверяли багажник. А пока ты покажешь весь багажник, все, на утренний клев опоздал, да? О, это уже ближе к истине. Тоже мотает. Дагару. Спасибо, Бульгар. Ладожский, ну. Реально сделать все РФ масштабе. Достопримечательность, тогда деревья, фиг с ним. Ну, рано или поздно до этого дойдут. Я думаю, сделает. Да, сетрика не по норме. Ну да. Как там в туре дела? Да вроде уловится там. 43 килограмма. Какой трофей? Какой трофей, Оля? Да в реальной рыбалке какой трофей? А, да, то есть только это самое, как его, не ту норму выловил и сразу рыбнадзор подъехал. Да? Да. Не отпустил в садок, закинул, типа, и все, и сразу рыбнадзор подъехал. Ну, чтобы это была не рыбоохранная зона, да. А то машина случайно в рыбоохранной зоне осталась. Застряла в грязи и тоже штрафовали на 3000. Я не ведь рассказывал, когда я поехал к Максу, и просто машина застряла. Нам оставалось, ну, до той зоны, где можно ловить, оставалось чуть-чуть доехать. В итоге я не смог, застрял, пришлось ждать, пока сосед трактор притаранит. Пока трактор притаранили, подъехал рыбнадзор, сказал: извини, братан, у тебя машина тут в охранной зоне стоит, тут нельзя просто даже ходить. Я говорю, я же не ловлю, я вон сижу, вон там, где-то. Ага. А штрафовали, чё думаешь? При этом основе есть у тебя творожка штук 30. Тесто. Пожалуйста. Ой, хоть бы судачок, а. Вниз тащит и все. На лету поймал рыб. Пока развороты делал, он вцепился. Щука вообще бешеная какая. А у нас на человека в сутки можно 5 килограмм вроде, да? 5, или 5,5 что ли килограмм только можно ловить. Спасибо большое. Поймал ты рыбу?
5,5 килограмм, все, наловился. Еще 3,343. Красавчик, что, фартит же. Делали Google, та карта открываешь в 3D, поехал по достопримечательностям, водоемом. Есть для теста триумф? Не было, один мой десятка, Монгол, честно, ты меня слышишь? Обе мои давным-давно, которые тестовые были, их забрали. Парение сильно. Синий судак со скольки? Ярослав, спасибо большое. 12. Хочу синего. Какой трофей Сухариуса европейского программа? Или 3200? Европейский 3200? Да? Да? Да. Николсон, привет! Три двести. Зараза тянет вниз и все, не поддается наверх, не идет. Ого, уже на 16 меня. Да, вообще читеры, блин. Сотками ловят. Это у него Ося сел или Атлантик. Бороды не будет сегодня, я так понимаю. Да, он сказал, что не будет сегодня. Кататься в любом случае. Не... Он доработал всю ночь. Атлантик бы скидывал бы. Сейчас лосось точно так же делает. Давит и отпускает. Чё, это упирается, отпускает. Что ли? Да. Не, у меня именно просто давит. Вообще ни рывков, вообще ничего нету. Ой, скорее всего. Посмотрим чуть-чуть, вот я его уже достаю. Да, час 48 минут.
Добра и же радости, Валибор, привет. Добра и радости желаю. Здорово, здорово. Да сволочь ты поганая. Че? Атлантик. Сказал? Да и не я один тебе сказал. Вообще. Вот так он сейчас себя ведет, а большого веса он лупит прям ого-го. Почки. Тварь. Филибор, спасибо большое. Игра уже. Казалось. Помполи. Государь, точно выиграл государь. Царь Антошка. А как государь Антошка у тебя ник? Ты же здесь, я слышу. Знаю. Сейчас только вытащу, он что-то плюнул. Я бы судака хотел уже трофейного. Для закрытия картинки. Где за привет? О, вес. 900. Большой. Очень. Блин, не успел закинуть. Иди трить. А что у меня за уши на аватарке? Это ты попал к стримеру, который заливал, за которого заливали по этому самому, как его называют? По эликсирам, по яйцам на ивент. И он поднимал уровень, и ты получил. Государь. Какие поводки используешь? 35-й. Прокарбон. Да не, я уже государь, я просто вытаскивал. Скоро кыши. Так. Ебная. Лови. На 57-37. 20 килограмм разница. Чё се? А мне бы серебро это бы не помешало. Целый калибр. Парка. Е-мое. Вовка, на старт пакет удочек нельзя купить за поинты. Про? Нет. Начальный, только первоначальный можно. Что такое, Вильбор? Обычный, не надо, мне про. Про, по-моему, не передается. Забавно, что уши появились в том месте, где у моей кошки расположены прям тоненько попало. Там у твоей кошки нужно зубы, а уши тоже и зубы, да, зуб соска в рот. Да, так точно сделал, дяде Славе выдан 3 дня приема, Радик, естественно.
Я трофей поймал. Красавчик, есть же. Корюшки, да. Красавчик. Корюшки, да. Как же. Я ж прям таю. А какой надо купить, чтобы там фидеры были начальным? Волкер, как понять начальные фидеры? Там же три. Начальный и про. Спиннинг. Тонко. Витя, поубирай быстро с постели все. Добрый вечер. Петр Петрович, привет. Я говорю, с постели все свои вещи убирай. Мне все равно, что у тебя там падает. О, Донки, ну. Так что с ними-то, ты объясни. Слушай, как вы по-братски разговариваете, аж... Завидно, респект. Это ты про что, Алекса? Да вылези ты, фигня, блин. Таковая. Да поинты как купить? Я тебе их не куплю. Я же тебе говорю, самые начальные я могу купить там, которые по 150, по-моему, серебра. Они, по-моему, передаются. Про не передается, они только за голду. За голду я покупать не буду с Настей. Извините, ребят, но нет. Пока я не располагаю такой финансовой стороной, чтобы вливать... голду и за нее покупать снасти. Я не могу этого пока. Пока. Надеюсь, что в дальнейшем будет такая возможность. Чтоб влить себе там 500 голды, грубо говоря, и чтоб я мог покупать победителю. Так обычные не передаются. Я ж тебе это и говорю, Волкер. Дядь Слава, там тебе 3 дня према от Радика прилетело. С днем рождения. Про передаются только те, которые будут куплены за голду, а не за серебро. У кого день рождения? У дяди Славы, что ли, сегодня? Дядь Слава, с днем рождения! Всего-всего самого хорошего, наилучшего. Ну, здоровья побольше. Остальное сам купишь. Я сейчас по рукам дам. Да нет, через 5 минут. Чай. Теперь привет.
Сейчас Витька уйдет, Оль, надо будет кондер включить. Смотри, ребятам, да. Зарядку выключить. Я не могу тебе сказать, он всегда у тебя был. Ебная. Танька. Володя, а что это за дела? Стариков обманывают в туре. Что случилось, Пок? Турнир открой сейчас. Там что там за Питер 70 как ты наловил? Ну значит нашел где ловится, ты тоже так говоришь. Мы в свое время тоже читерили, Спок. Да, Костян? Ага, вижу. У тебя тоже 50, чё? 4 штуки сейчас по 5 зайдет, и будет у тебя тоже 70. Есть просто люди, которые там живут, да? Ина. 2/3 на первом месте. Расхитителя я знаю. Петерюга еще тот. Колян, он, по-моему, на стриме тоже был. Что? У меня на 16 кг больше, чем у тебя. ДВВ. О, Коля. О, видишь, я же говорю, он вроде на стриме был. О, Хрипус. Подскажи, пожалуйста, кто знает, где на вьюнке можно закрыть трофей перловицы и дрессены? Перловица была на 107-100 последний раз я ловил. Так, и... Олег, спасибо. И... А дрессена была 116-125, по-моему, точка. Что унеси? Забирай, уноси. На кухню. Я сказал, 5 минут ты идешь спать. Время посмотри. Дай свой лимон и брысь спать. Завтра в садик. За информацию не за что. Спасибо большое. Элит, спасибо. И не будет прикормки на леща. По-моему, нет. У меня там даже ингредиентов не осталось. Не. На какого леща-то? Обычного прикормного леща. Обычно. На стороне. А, не есть.
А. Нет. 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 На кухне. Иди дай, дай. Провидент, спасибо большое. Ну что я тебе сказал, а? Вот обязательно надо на тебя ругаться, да? Я сказал, за стол сядь. Вот же ж, блин, вредина маленькая. Кого ж такой растет, а? Как жарко. Весь в отца, согласен. Вот где-то ты прав, грешник. Вот, вот прям. Приветствовать. Бигинер, привет. А что там за челлендж такой на 6 дней? Белугу ловить? Да это стопудово грешник придумал. Вот стопудово с его подачи. Он же у нас любит поизвращаться. Я-то ты тут при чем? Белугу ловишь? Эдик, отпишись, где ловишь-то хоть? Тут-то. Где тут-то? Вот, вон, ничего, не видишь Эдика? Вон он. Тут мои полномочия, в общем-то, как бы и все. Ой, хоть какая-то прохлада пошла, это трэш, а то вообще ужас. Че, сколько у вас было? Я ж тебе говорю, целый день было почти, ну почти целый день, с 10 часов утра плюс 30. Не было солнца, было, ну, тучки, но пекло. Вот жара такая стоит. Сейчас под вечер, ну, все уже считают. Да, испарина пошла. И такой, такой трэш. Тут рядом с компом еще сидишь и обливаешься. Жесть. Хорошо. Это вам. Только начало. Хорошо нам. Это только начало. Правда, такая жара не нужна, блин. Я бы с удовольствием кости бы погрел. В этом году вы не приезжали, да? Не, мама, мама там собиралась с Дянкой. Я приезжаю. Она в июле собиралась, у нее как раз в июле отпуск. Я же Ане покажу новый курятник и забуду, где ключи. А с Дянкой мы поедем на море и свить. Отопление-то отключили? Конечно. Отопление. Я устал уже судака ловить, а? Хватит.
Отопление-то, говорит, отключить. У нас же котел провиденс. Я сам захотел выключить котел. Ну, у нас то же самое. Холодный. Ой, хорошо-то как прислонился к трубе. Она такая прохладная. О, а чё, Сереги нету роли? Серега, ты чё, роли что? Не, уже есть. Тоду, спасибо большое. Макс, спасибо большое. У нас центрально было в мае жара плюс 25 градусов, отопление не отключили, окна на распашку мало помогало. Не, я... У меня есть на улице место под навесом. Сеточка у меня имеется. Возьму себе огорожу, сделаю себе такой, этот самый, как его. Фиг вам и сетки, лягу вовнутри. Чтоб мухи не кусали, ну и комары за. Вов, а ты клипсу ставишь, нет? Не, просто ставишь все. Клипса. Боль. Привет, где троллишь? Володь, да уже троллил. Я троллил по квадрату H4, H5 и Махом 7 кг, леской 6,4 до сандров леща. Женька, я тебе не выдал этот самый, как его? Победу твою, ой, блин, бокс твой. Кто-то же выиграл, Женька. Жень, ник напиши или выдал. А, хлебная, ты же мне сам написал, ё-моё. Да-да-да, ты же сам написал. Давай, Жень, доброй ночи. Андрей, по идее можно вытащить, но получится ли это на... О, рыбец на... О, блин. А воблер. О, какая... За гром гремит, земля трясет. Я же сказал, и... Что
потом по первым местам. Эдда на 8 килограмм, Спок на 12 килограмм. Битва начинается. О, зато по 3 вот. У 5. 29 левел, как не уступает нифига. Я тоже так думаю, что вряд ли. Перемаловато будет. Вода прям внутри. Где волна? Грешник на архипелаге. Кто волну гоняет? Там котел просто закипятить решил. Стоит ложка еще по чану. Хлоп-хлоп, он слышь как. О, опять долбанул по чану. А там сколько килограмм? Ага. От 8. Опа. По волнам. Опа, опа, опа. Утонули. Ну, должен был. Оль, глянь, где там Витька. Пожалуйста. Он сейчас еще в своем ноутбуке зависит. Икс, здорово.
Рыба вся на дно ушла. Let's go! О, кто-то клюнул. А. Блин, и раскат. Я баньки, всем до встречи. Давай, Фриман, доброй ночи. Блин, страшно же. Сука, и суток должен. Что? А даже так? Что ж с тобой случилось? А, ты заболел? По 20 тысяч. Так, Спок на первом вырывает. Ага. Сейчас кого там читером называть? А? Ой-ой-ой-ой, страшно. Деда обмануть хотели. Ой, старпер, блин. Там еще рядышком билибруда не хватает, рядом с Костяном. Я на Лима на троллинг поймал. Волны подняли походу, ага. Так, надо заканчивать и лякать до базы. Да на карпов сосал. Че на карпов? На карпов сходить, добить чуть-чуть этого. Какого опыта у меня осталось чуть-чуть. Чтоб уровень апнуть. Ну не уровень, а лям закрыть. Я пофармил-то сегодня неплохо, а вот по опыту мало. Потому что архип это именно фарм, а не опыт. На 400 тысяч опыта 2000 серебра, когда на карпах наоборот. Ну не наоборот, а в три раза больше, грубо говоря.
Опыт это надо здесь полностью от них этих ловить как. Лосей. Атлантика. Ух, 11 килограмм. Дождь прям лучше пошло у всех, посмотри. Прям на лодке суда. Что не забыл? Удейку забыл. Ну и ладно. Так, 2 кило, 2 кило, 2 кило, 400. Кстати. Все. Ясь, нет, нет. Хоть судака закрыл, блин, вот меня... Якорь бросил? Нет, не привязал машину. Я уплывет. Ну и тут. На огонь, нормально. Нормально, нормально, хорошо все, не надо мне. Я все судака не могу закрыть на архипелаге. Где на снитка половить? Вот это я не знаю, честно. Даже не пробовал ни разу. Последнее время. Победунов, с победой! Костян, поздравляю! Стейк 192 не клюет, это 5. Молодцы! Так. Опа. Опа. Подготавливаемся. Нюш. Мы все сделаем. Опачки. Это чит, да. В H7, если что, Снэчер 2. Да, вот это самое. Валерка говорил, я его проигнорил. Ну, потому что мне судак именно нужен. Я хотел закрыть судака. Чит-чит-чит-чит. Окей. Тримать. Засчитается я пока бы. Так, тут 16 клипс. Точно помню. Будет клевать, не будет клевать, я не знаю. Опыта в любом случае надо добить. 120 тысяч. Привет, не хвоста, не чешуи. Гибрид, спасибо большое. О, я топ-1, красавчик. Уже идем смотреть. А что на H7 клюет? Ну вот на Snatcher на H7 клюет это на архипелаге. Ладожский. Так. Подожди.
Убрать, физборду спрятать. Так, экран. Сюда. Форумный турнир. А, ядрить того за ногу, как же это долго. Так. Так. Открывайся. Есть. Есть. Значит, поздравляю, Камиль, поздравляю. Вархан, Каннибал, Москвич, Габриэлич, Государь. Поздравляю вас, вы заняли хорошие места, значит. Мануэла 10-я, выходом в финал, Спящий, Женька здесь, Славян здесь. У меня 100 с чем-то грамм. Я вообще в сотку попал, не? Я вообще в 150. А, не, я есть 77-й, прикинь. М? Огонь. Я 150. Ребят, как там Пюнок поживает? Хрен его знает как. У меня прямо 4 часа осталось, Рамазур. Это ты к чему? Вообще? Ну, бывает. Так, чё, поехали? Поехали. Семьдесят. Камуханик. 70-е. Ратнер Гена. 70-е. Ратнер Гена. Алекса, прости, пожалуйста. Не долетела. Вчера занял 13 место призовое, выиграл прием, но еще не прислали. Ну, пришлют, значит. Так, Ратнер Гена. О, это 66-й. Мани Рейн, привет. Блин, 63-й синий выползок. 63-й синий выползок. О, чё-то клюёт. Двадцать второй. Тут третий. Сейчас попытаюсь, ага. Андлит 22. Сейчас вытащу. Бледного. Арпа. И не вижу. В личку в игре пишите. Ось. 58-е место. Блин, Юрка, прости, пожалуйста. Ретренза. В личку в игре пишите, не забывайте. Привет, как написать в личку? В личку в игре не крампал. Личку в игре. Одной буквой. Да, с одной буквой L. 15-е место. И 15-е место.
Блин, каждый раз я вот это вот ник не могу прочитать. Рота Зенархит. Не надо так близко в микрофон, аж шумно. 70, 63, 22, 58, 15. Кто от вас, чтобы вы отписались в игре, в личные сообщения, ник Рампал с одной L, у вас есть 5 Pro. Титаныч, ну блин, сам знаешь, что я каждый раз читаю его, как в первый раз. Жду 3 минуты, и потом без пробела, Джерф. И потом в чат пойдет. Так, жду. В 21.41. 21.41. Начинаем. Все, хана. Да, убрал колесо. Так, раз, два, три, и все, пятеро. Все пятеро отписались. Значит, что? YouTube. И... YouTube и Трова маленькими буквами слово прем. Погнали. Ратнер Гена, я уже сделал все хорошо. И ожидай, я сейчас скину администрации, тебе начислят прем. Начислят прем, если что, начислят. Они дадут как-то по-другому. Давайте, топим, прем в чат. Маленькими буквами прем. Ютуб, Трова. Влюбился? Я влюбился. Спасибо за подписку. Я тоже влюбился. Я. Стая! Эта маленькая штучка теперь волк. Громче! Заткни меня, стая! Там...
Еще минутку. Короче, судак меня сегодня одолел. Не, хорошо там сегодня. Окей. За 4 часа общей сложности покупалось 2000. Катя, привет, привет, Илюх. Что, теперь победителя узнаем. Погнали. Разыграть. Юрка, тебе прям судьба. Мимо тебя один раз пролетела, второй раз прилетела в тебя. Мауханит Юрка в личку в игре. Где белугу можно половить, можешь подсказать? Ну, последний раз там же 10 раз сейчас ловят. Это на 41-108. Спасибо большое за ману, Дим. Постой. Говоришь, что на тебя не дует. Вот тебе и показала, что дует все. Так, сейчас буду все выдавать, кто что еще по боксам там выиграл. Там еще кто-то прем выиграл. Вот, так что потерпите чуть. Так, Юрка, по форумному мы завершили. Теперь у нас сейчас по боксам. Так, ютубчик, спасибо вам большое всем. Увидимся в самое ближайшее время. Если что, забегайте на Трово в боксы там и остальное поучаствовать. Сейчас я пораздаю тоже ребятам все с боксов. И тоже пойду... А, вон он, Мауханик, Юрка. Попал, написал же он. Ника в чате не увидел от победителя в зале. Прям над Эдой. Алипаныч, вон прям сверху попал, написал, скобочка. А, свой ник, Юрка, напиши свой ник в чате. Прошу прощения. Извини. Дядь Саш, прости, пожалуйста. Тут я забыл уже. Может быть, устал просто. Белугу можно половить. Это я ответил. И вообще белуга. 7,3 метра, Федь. 27-я клипса обычно. 7,3 метра. Там сколько у нас? 20. Координаты 27. 100 чего-то.